К нашему эфиру присоединяется Ольга Курносова, российский политический аналитик. Ольга, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с ресурсов, с возможностей России пополнять потери рекордные, как отмечает разведка Великобритании, с начала полномасштабного вторжения. За два месяца убитыми и ранеными российская армия потеряла более 70 тысяч человек. Сейчас, чтобы возместить эти потери, Москва активно вербует на фронт зарубежных студентов. Об этом уже Bloomberg пишет. Кроме того, российские спецслужбы задерживают выходцев из стран Африки, прибывающих в России по рабочим визам. Их ставят перед выбором депортация или контракт с Минобороны. Раненых, увечных возвращают на фронт из госпиталей. Даже несмотря на постоянно растущие региональные выплаты за подписание контракта, россиян, желающих воевать, вот становится, судя по всему, все меньше и меньше. Ольга, как вы считаете, может так и до всеобщей мобилизации недалеко? Или все-таки вот такими вот виляниями справится Минобороны с пополнением местных штурмов? Смотрите, кроме возрастания региональных выплат, теперь платят еще и, собственно, за голову завербованного. Да, да, то да, есть, да. Еще один фактор, точно. Выбор, да, и получить деньги. Там вплоть до того, что у тебя есть бывший муж, расскажи, где он прячется, получи деньги и получи удовольствие от того, что отправишь его на войну. Да, вот такие методы тоже уже сегодня задействуются, потому что действительно людей остается все меньше и меньше, желающих остается все меньше и меньше. По большому счету все, кто шел за деньгами, просто потому что погряз во всяких там кредитах и прочем, они тоже уже заканчиваются. И мы недавно слышали, как по большому счету президент Индии просил... собственно, отпустить тех граждан Индии, которые обманом были завлечены на войну. И мы это слышим не только о гражданах Индии, о гражданах Шри-Ланки, и действительно, вы правы, о гражданах африканских стран. Кого могут, того и гребут. И по большому счету, конечно, люди заканчиваются, и, собственно, не случайно сейчас вдруг заговорил Путин о готовности к мирным переговорам. Это в том числе поэтому, потому что люди заканчиваются, и откуда их брать, по большому счету, непонятно, потому что любая достаточно масштабная мобилизация может привести к волнению внутри страны, потому что это то, что людей волнует. И, собственно, те кадры матерей, которые вы показывали, это тоже про это. Идем далее. Заявление главы Горминобороны Кирилла Буданова обсудим. В интервью одному из украинских изданий он рассказал о покушениях на Путина, о том, что они, эти покушения, таки были, но пока, далее цитата, как видим, неудачные. В то же время Буданов заметил, что россияне боятся потери Путина, он для них своего рода, опять цитата, гарант жизненной стабильности. Вот если Путина, мол, убрать, в России начнется хаос и неразбериха. Это действительно так? Лучше плохо, но стабильно? Ну, послушайте, это всегда так, когда во главе страны диктатор. По большому счету, когда умер Сталин, достаточно много граждан Советского Союза искренне плакали, потому что они не понимали, как же они без отца народов, как же они без Сталина. Тем не менее, потом пришел Хрущев и рассказал о преступлении Сталина. Так что то же самое будет и с Путиным. Как только он куда-то исчезнет, сразу окажется, что по большому счету количество преступлений им совершенных просто зашкаливает. И окажется, что по большому счету никто не хотел этой войны. Все будут вспоминать, как они на Совете Безопасности выступали против, как они пытались его отговорить. Но он, гад такой, выкручивал руки и заставлял, собственно, эту самую войну поддерживать. Так что как только его не станет, будет именно так. Но что касается покушений, я думаю, что еще немного, и нельзя будет исключить те покушения, которые могут произойти и уже изнутри, не только извне. Потому что чем дольше идет война, тем хуже на самом деле многим олигархам, которые находятся рядом. И даже не только олигархам, а и просто
собственно, чиновникам, тем более, что сажают все новых и новых практически каждый день. Ну и в продолжение темы, вот следующий вопрос. В России буквально с разницей в один день, причем при загадочных обстоятельствах, умерло два человека. Первый – крупный бизнесмен Игорь Котельников и начальник управления государственной экспертизы Минобороны генерал Магомед Хандаев. И вот их называют ключевыми свидетелями по делу замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. Что вы думаете, да, вот об этих смертях? И вот некоторые СМИ пишут, что и Шойгу решил срочно усилить свою охрану. Переживает. Ну, переживает и правильно делает. Я бы на его месте вообще бежала бы в Гаагу и просила, чтобы его посадили в тюрьму. На самом деле, там гораздо безопаснее. Если посмотреть историю тех людей, на которых выписывали ордер Международного уголовного суда, то есть, между прочим, лидеры стран, которые сами приходили и сдавались, и оставались живы. А есть те, которые не хотели прийти в Гаагу и в результате закончили свою жизнь, собственно, так сказать, достаточно тяжело. Поэтому ситуация такая. Поэтому ситуация такая достаточно острая. И тут, что называется, и охрана может не помочь. А вот нахождение в тюрьме в Гааге вполне себе успокоило бы, и там достать его гораздо труднее. Что касается убиенных, понятное дело, что ключевые свидетели, они когда замолкают, это очень удобно. На них можно все и повесить. Поэтому, хотя, конечно, говорят, что все происходило ровно наоборот, да, из них выбивали показания на Тимура Иванова, но сейчас все может произойти в обратную сторону, и, соответственно, наоборот, все может произойти, и на них повесят все, что происходило, а Тимур Иванов останется как бы не при делах. Так что посмотрим, как будет развиваться все дальше. Я продолжу тему покушений, но уже в таком абсурдном ключе. Покушение на Трампа. Кандидат в президенты был ранен во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Охрана застрелила нападавшего. И вот, едва ФБР успела подтвердить имя стрелка, тут же появился украинский след. Так называемый депутат Российского Совета Федерации от временно оккупированного Крыма Сергей Цеков призвал Соединенные Штаты рассмотреть версию о причастности к покушению украинских спецслужб. Мол, это Украина могла организовать покушение, поскольку Трамп обещал остановить войну. Вот что думаете по этому поводу? Мне кажется, надо еще сказать, что уже приготовили окно на границе. И по большому счету Мэтью собирался быстро вылететь, не знаю куда, чтобы через окно перейти в Украину. Но это уже, знаете, действительно, вот этот абсурд, который мы наблюдаем, он уже переходит. Ну, понятное дело, что когда мы разговариваем о российских политиках, мы не можем говорить о каких-то границах абсурда, потому что их не существует. То, что они несут, это ну, просто не поддается никакому логическому анализу, никакому объяснению, ну, просто потому что кроме абсурда они ничего нести не могут. Ну а то, что везде они ищут украинский след, мы к этому уже привыкли, по большому счету. Я думаю, что, так сказать, надо еще начать какие-то старые истории тоже везде приплетать Украину. Как в старом советском фильме о часовню 12 века тоже я разрушил, но вот это сегодня про российских политиков. А такие истории есть у нас еще, продолжим их обсуждать. Спикер МИД Захарова утверждает, что Украина якобы хочет разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Ну, конечно, знаете, это может указывать на подготовку самих россиян вот к такому преступлению, чтобы потом обвинить Украину. Но как по-вашему, можно ли такое заявление считать реальной угрозой? Почему оно прозвучало именно сейчас, да? И на кого это рассчитано в первую очередь? Ну, смотрите, сейчас происходит очень много вещей, которые рассчитаны в первую очередь на украинскую аудиторию.
и страшная бомбардировка, страшное убийство детей, страшная бомбардировка Ахмадета, да, что это? Это, конечно же, попытка запугать украинцев, это попытка, то, что это накануне саммита НАТО, это попытка запугать страны НАТО, да, попытка показать, что... Попытка. Мы уже давно знаем, что вот это существо по фамилии Путин, его нельзя назвать человеком. То, что он творит в Украине, это невозможно назвать человеческими поступками, даже если это поступки диктатора и какого-то совершенно невменяемого маньяка. Это уже какое-то существо, которое... Ну, я не знаю, там... какими словами его можно назвать. Поэтому от него можно ожидать всего, и взрыва дамб в том числе. Почему именно сейчас он это говорит? Ну, потому что, собственно, мы уже говорили, люди заканчиваются, они хотят выкрутить руки и усадить президента Зеленского за стол переговоров. И готовы использовать для этого все. Убийство детей, подрывы дамбы, все что угодно, только чтобы... Украина села за стол переговоров. Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев требует, чтобы российских детей начинали готовить к войне уже со школьной скамьи. Скандальное заявление он сделал в эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия». Кричал, что в школах российских готовят не воинов. Но вот при этом, как подметили СМИ, у самого Соловьева 8 детей, двое из которых уже совершеннолетние, то есть вполне потенциально могли бы пойти воевать. Вот как вы думаете, учитывая то, что у российских тинейджеров, по большому счету, еще, так сказать, не отключено это критическое мышление, как дети смотрят на папу после того, как он после своих шоу возвращается домой? Ну, я думаю, что они достаточно много всего про него прочитали в интернете и в состоянии отнестись к нему достаточно критично. Что касается детей российской элиты, то никто же из них не воюет, вообще никто. Yeah. Многие из них вполне себе живут за границей, учатся за границей, отдыхают за границей. И по большому счету никто не связывает свое будущее с, ну я не знаю, там, с Дальним Востоком или с берегом Северного Ледовитого океана, с Мурманском или там, Норильском, не приведи Господь. Все же хотят жить на Лазурном берегу, отдыхать в Куршавеле и так далее и тому подобное. И, собственно, российская элита, она такая. Так что вопрос времени, когда, наконец, вот это отлучение их от привычного образа жизни все-таки может дать свои результаты, и когда вот это отлучение все-таки, наконец, сконцентрируется на Путине. И они поймут, что пока Путин у власти, старый образ жизни не вернуть. Это невозможно. Единственный способ попытаться вернуться к старому образу жизни, это избавиться от Путина. А уж как там, физически или политически, это как получится. Хотели с вами поговорить еще о боевых котах Татарстана. Во время телемарафона, назывался он «Вступай в армию победы», вот он, руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин, рассказал, как отсылает своих кошек и котят на войну ловить мышей в окопах. И призвал всех делать то же самое. Мол, донецкие коты не справляются, да, а помимо ловли грызунов, коты действуют еще как успокоительное для оккупантов. Что вы вот думаете по этому поводу? Да, вот все хорошо у Росармии, только вот мыши мешают. Но самое главное, что мешает российской армии и вот этому главному котоводу, это по большому счету отсутствие порядка у них в головах. А, то есть нужно, наконец, вспомнить, кто начал войну, кто напал на Украину и что происходит. И, собственно, вот если это порядок в головах будет присутствовать, то тогда и, может быть, так сказать, коты хоть чем-то помогут. Потому что если в голове все вверх ногами, то никакие коты в порядок точно никого не приведут.
Пару дней назад Ростелеком предупредил о проблемах в работе YouTube на территории России. Несколько версий существует, почему это происходит. Официальная, техническая, износ оборудования. Ну и вторая неофициальная, но ее все обсуждают. Мол, искусственное замедление, впоследствии полное блокирование этого видеохостинга. Есть еще такой вариант, что тормозят, потому что пытаются внедрить российскую, так называемую, хостинг-платформу, хостинг, который называется платформа. Это полный аналог Ютуба, пока не очень популярный, но для этого нужно, так сказать, замедлить популярный. Ну и тут еще стоит вспомнить, что и Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp уже под угрозой, все это блокируется. И даже вот, как сказал один IT-специалист, то, что в Китае делается с интернетом, это еще цветочки по сравнению с тем, что творит вот в интернет-пространстве российский Роскомнадзор. Ну, там пишут еще, что нашествие ботов заметили, там до 800 ботов под каждой публикацией. Они что пишут? YouTube вообще никому не нужен, зачем он нам нужен? Сколько у нас времени свободного появится, радуются? Ну, вы знаете, насчет свободного времени я бы тоже порадовалась, потому что если вдруг молодежи нечем будет заняться и доступ в интернет перекроют, то, глядишь, они и на улицу пойдут. Ведь, собственно, сегодня многие выплескивают вот этот свой негатив, связанный с тем, что творит Путин и его комарилья, ровно в интернете, потому что там можно с кем-то поговорить, поболтать, в конце концов, поиграть в игрушки. А когда все это будет ликвидировано, куда пойдет молодежь? Да пойдет на улицы. И тут уже стоит Кремлю бояться. И не только Кремлю, потому что если все выйдут на улицы, все-таки молодежи пока еще осталось достаточно. И давайте мы подумаем, что если одновременно будет, например, блокировка YouTube и усиление мобилизации, вот тут-то могут быть всякие неожиданности для властей. Ну а что касается того, что останется, ну, по крайней мере, Telegram останется, потому что все попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, которые они предпринимали ранее, закончились плачевно. Поэтому какие-то возможности все равно будут оставаться. И я думаю, что чем дальше они будут идти по этому тупиковому пути запрету интернета, слишком поздно, потому что уже все к этому привыкли. Если сейчас забрать последнее, то могут быть самые неожиданные последствия. Ну, стоит отдать должное вашему оптимизму, да. То есть, когда раньше это называлось наступить на грабли, а сейчас это называется стрелять себе в ногу. И хорошо бы, на самом деле, если бы ваши прогнозы оправдались. Еще один момент. Издание «Медуза» пишет, что за время полномасштабной войны в Украине цензура российской культуры вышла на качественно, конечно, наверное, в кавычках это слово, нужно качественно новый уровень. Книги снимают с продажи, убирают из библиотек. Концерты неугодных, нелояльных музыкантов отменяют. Усиливаются репрессии в театре. Формируются так называемые черные списки. Вот по вашим наблюдениям, за что сейчас можно попасть в этот черный список? Кто их вообще составляет? Я напомню, что не так давно вынесен обвинительный приговор Жене Берковичу и Светлане Петричук за пьесу, за постановку пьесы «Феминист Ясен Сокол», за которую они же получили и «Золотую маску», и премию «ФСИН» на минуточку. Да? То есть, ну, сегодня вдруг оказалось, что не премия «ФСИН», а ровно наоборот, тюремный срок. Поэтому попасть можно за все, что угодно. Самое главное – вот те доносы, которые пишут. Да, кто пишет доносы? Да, сами же деятели культуры и пишут. И в этом смысле опять мы будем вспоминать сталинские времена. Как было тогда, так и сейчас. Как тогда писали доносы, так пишут доносы и сейчас. Только люди изменились. Сейчас говорят, что пишут доносы всякие мэтры типа того же Никиты Михалкова. Ну и большой-большой список еще других, которые могут также их писать. Поэтому как тогда это плохо закончилось, это плохо закончится и сейчас. Поэтому как тогда были книги, которые печатались на машинке, распространялись с помощью самиздата,
так этот самый стан будет расцветать и сейчас, тем более пока еще есть интернет. Ольга, а есть такая информация, что вот материальное положение россиян настолько уже, так сказать, понизилось, что около 80% не могут себе позволить отдыхать внутри России. Насколько эта информация может быть правдивой? Ну, конечно, не могут, потому что из-за того, что невозможно уехать за границу, да, а по большому счету наиболее такие бюджетные направления это были Турция и Египет. Они подорожали просто в разы, в первую очередь из-за того, что нет прямого авиасообщения, а все кривое. Да? И, соответственно, из-за того, что нет внешнего туризма, дико подорожал туризм внутренний. И действительно, просто у людей нет денег для того, чтобы поехать куда-то отдыхать. И, соответственно, возвращаются, знаете, советские времена, когда люди отдыхают на своих 6 сотках. Ну, может быть, кто-то за это время с 6 соток сумел вырасти до 12. А что вы скажете по поводу оккупированного Крыма? Мы вот сегодня в нашем эфире говорили с представителем Меджлиса, крымско-татарского народа, Эскендером Бариевым, то в Крыму, так сказать, местные власти пытаются убедить, что все в порядке, никакой угрозы нет. Придумывают какие-то укрытия, громко сообщают о том, что курортный сезон, все в порядке. Но, судя по статистике, не очень. Ваши наблюдения, что с Крымом происходит сейчас, особенно вот сейчас, в этот летний сезон? Ну, во-первых, собственно, как только в Крым вошла Россия, все сильно подорожало. То есть если кто-то когда-то успел отдохнуть в украинском Крыму и будет сравнивать цены, то он будет очень неприятно поражен, насколько дороже стало отдыхать в так называемом своем Крыму. Да? Как все подорожало, насколько это стало, по большому счету, накладнее для кармана. Что касается безопасности, то тоже все очевидно, но, к сожалению, есть россияне, которым на собственную безопасность наплевать и которым даже наплевать на то, что они своих собственных детей подвергают опасности. И вот эти россияне, они едут. Но все-таки их гораздо меньше, чем было в прошлые сезоны. И, конечно, нельзя сказать, что крымский сезон удался. Ну и понятно, что сами крымчане, те из них, кто приветствовал российскую оккупацию, да, тоже оказались в странном положении, потому что основные доходы от курортного сезона проходят мимо них, потому что их просто не осталось. Так что приходится задумываться о том, что цена предательства, она всегда на самом деле высока. И если даже тебе кажется в первый момент, что предать выгодно, то может оказаться, что ты ошибся. И за предательство придется заплатить ту цену, на которую ты был совсем не готов. Спасибо, Ольга, спасибо, что присоединились к нам. Всегда рады видеть вас в эфире Freedom. Ольга Курносова, российский политический аналитик, была с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.